Всем привет, бандиты, вольные сталкеры, и с вами, как обычно, я, сталкер-баннерщик, это Сталкер Онлайн на СПБ-сервере. Я на Везуве нахожусь, жду наступления утра, да в принципе уже можно двигаться в путь. Я подшился, зарядил магазины, все готово. О, а с едой что у нас? Еда, так, еды что-то маловато. Но мы же всегда можем кабана грохнуть, правильно? Древесину найти и приготовить немножко что-нибудь. Тоже верно. Так, что здесь на продажу? Но прикупим. Но все равно прикупим немножко покушать. Так, и воды. Вот насчет костра это отдельное предложение, потому что у меня фляжка одна, а там, я знаю, грязная вода. Да, у меня чисто кончилась, я набрал грязную, но не вскипятил еще. Так вот, неподходящий момент выпью, и все. И хана мне. Ну, если буду в безопасности. Может, не хана. Так, ладно. Сейчас это, конечно, все хорошо, но мы двигаемся к бесам в гости. Надо уже подкрепиться. Полигон, да. Нам не нужно сбегать на полигон. У меня вечно в последнее время там какие-то приключения. Ну, опять же, будем надеяться, что там сталкеры всех бесов постреляли. Ну. И мы быстренько так. Вжик-вжик. Чисто подкинем. О, противогаз отдельно. Так, стоп. А противогаз, да, это ладно. А вот L1 нам тут не нужно. Хотя, нет, стоп, не снимай. Мы же потом по-любому, наверное, сбегаем, посмотрим, что там с артефактами. Ну, я на Везуве хочу отправиться на Игель. На Везуве мы так находим. Вот. Ну а по дороге все равно заскочим, поглядим, что да как. Плюс, опять же, мы сейчас этот квест возьмем еще раз. И нам опять же надо будет яд подкинуть. О, кстати, яд подкинуть можно будет пару раз бегать. Сейчас туда, потом к Ване, потом опять туда. О, точно так, наверное, сделаем. Понемножку набиваю очки торговли. За каждый квест же должно даваться очки торговли. То есть, если когда-нибудь я открою торговлю Вани Ада, там должно быть очков торговли прям немерено будет. Но я надеюсь на это. Сегодня куплю себе какой-нибудь магазин. К автомату. Ладно. Да, кстати, давайте команду Time ведет. Ведем. Говорят, знаете что? Что цены повысились. В донат-магазине повысились цены. Не, мне, конечно, пофигу, я там все равно ничего не покупаю. Ну, вроде как бы да, говорят, что цены повысились. Да все. И на приемы там, ну, в общем. Везде понижают цены, а тут повышают. Подозрительно. Бизнес по сталкерству, да? Как привлечь сталкеров в зону? Правильно, поднять еще выше цены. Так, ну, что там? Блин, вроде кто-то стреляет, но как-то тихо. Нам нужно, чтобы прям глобально там кто-нибудь отстреливал мутанта. Да, если я не ошибаюсь, давайте сейчас под елку встанем. 320 прием же стоил, да? А сейчас, говорит, 350 стоит. Да, 350, смотри, примерно подписка 350. Ну, я-то в ценах особо не шарю. Не знаю, что тут стоило раньше. Но говорят, сейчас все поднялось. А вот прем, да, 320-350. Мелочь как бы, но неприятно, согласитесь. Опа-опа-опа-опа, пошли. Так, 6 часов утра, блин, выброс пепла. Ну хорошо, хоть не дождик. Давай, сталкер, давай. Лечимся. Успеваем, да, успеваем.
нормально, так? А это какой, хромой был? А, нет, нет, нифига не хромой, блин. Это прям совсем не хромой. Меня сейчас осажут. Давай, лечись, ну же. Ах, чуть-чуть не успел, блин. Жестковато. А для таких целей с собой носить нервный стимулятор. Раз, забежал. Не, мне, конечно, надо бесов убивать. Но не сейчас. Сначала надо яд подкинуть, а потом еще 20 бесов убить. Но одно радует. Я постараюсь по-быстрому все это дело провернуть. То сейчас мы бесов по-любому зачистим. Ну, их чуть-чуть поменьше станет. Это... Ого, как сталкиваюсь. Это без вариантов. И второй раз, наверное, будет полегче. Ну, посмотрим. Надо 4 патрона на ПМ купить, а то у меня ПМ есть на поезде, но там всего лишь 4 магазина. Ой, 4 патрона в магазине. Надо еще 4 купить. Так, ладно, пока бежим. Хотя надо поторопиться. Чтобы мы снова не наплодились. Блин, как не зайду, так никто не фармит. Где тот момент, когда, блин, куча сталкеров фармит бесов, ты заходишь и подкидываешь. А, так что я туплю? Сегодня же у нас пятница, да? Команду тайм вы видели, прописали. Сейчас идут эти. Субботний захват. Ну, вернее, будут. Будут скоро. Поэтому тут-то народу, наверное, нифига. Сейчас идет мост. 18 часов. Все верно. Потом вулкан. Там потом камни будут. Все остальное. Проспекту непонятно, где аномалия, где нет. Но мы знаем, что здесь есть аномалия. Так, сколько там? Беса 3 живых было, да? Сейчас они все на меня отсюда кинутся. Блин, у меня граната была. Надо было гранату там в толпу кидать. Да, у меня же еще одна граната на поясе. По квесту получит. Надо было им твою гранату кинуть. Нет, нет, кто-то постреливает. Но эти же так... Так, один. Где-то тут еще будут ходить сейчас. Вот. Валим. Быстрый. А это какой был? Ой, это быстрый. Так, ну быстрых надо попилить. Давай. Ну, мы сдаваться не собираемся. Это не наш метод. Там я им прикурю все-таки. Ну ничего, у меня есть 3 нервных стимулятора. Я один положу к себе в рюкзак и буду с ним бегать. Ну вот для таких случаев, когда мне нужно будет, допустим, на полигон пробраться, яд подкину. Буду его использовать. Что у нас там с магазином? Еще терпимо.
вон там их сколько ходит еще. А, это отбежка. Ну где? Где-то два или три беса должно быть. Может попробовать? Обратный путь, если выживем, будем разделать. Успеем? Это должно. Так, ну что, ну вроде никого нету. Ну давай рискнем. До КамАЗа добежать надо. Ну, до грузовика. Эх ты, блин, лупит. Ай-яй-яй-яй, да тут он не один, их двое, трое. Отходим. Успеем. Давай. Ну давай. Эх ты, давай, чуть-чуть, быстро. Эх, блин, не успел. Ну ничего, осталось немного еще. Почти всех уже зачистили. Да, там появляются новые, пока мы бегаем, но не в таком большом количестве, как я их убиваю. Тут нужен второй сталкер, конечно, который бы бегал, подстраховывал и лутал все. А то в одного не успеваешь убивать, резать. Так хотелось бы, конечно. Ладно, мы попробуем сейчас по-другому сделать. И прорваться туда, подкинуть яд и не будем уходить. Будем их понемножку отстреливать, лутать, отстреливать, лутать, пока они меня не убьют. А как только убьют, я сразу беру еще раз квест, я опять туда бегу. И все равно будет в этот раз меньше, чем в начале. Так, а что у нас? Ну, пока терпимо, но они как раз закончатся в самый неподходящий момент. Надо парочку закинуть хотя бы. Можно было, конечно, попробовать с другой стороны зайти. Не буду я на них деньги тратить, обойдутся. С главного, так сказать, входа. И там их понемножку отстреливают в этом домике. Ну, как вариант, но это мы попробуем в следующий раз. Сейчас-то мы тут уже зачистили почти. Где ты, чудик, раньше был? Он, походу, туда тоже бежит. На все готовенько. Я там все зачистил, а он такой только туда топ. Нет, прийти пораньше еще. Вдвоем бы быстрее бы все это дело сделали. То есть бывает, что он где-то там шарится. Ну, если его, конечно, там уже бесы не сожрали. Но они тоже пойдут.
правильно стоим. Ну что, какая там? Третья, четвертая, пятая, двадцатая попытка. Неважно какая. Будем прорываться. Вроде все. Или где-нибудь ныкаются. А, вон он, вон он, вон он еще. Все теперь. Ну давай рискнем еще раз. Блин, справа долбит кто-то. Ах ты. Назад, 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 отходим. Кто-то еще меня долбит. А я не вижу. Есть, подкинули меня. А это может быть хромой? Тут хромой же еще один обитает. Может быть. Так, я подкинули. Давай попробуем хотя бы пару рук отпилить. Да, это хромой топлив. Не, можно, конечно, убегать, но до смерти. До смерти тут тусую. Пока мы к Ване будем бегать, они новые появятся. Так, глядишь... Ух ты, стол заклинил. А так, глядишь, немножко зачистим их. Да и разделать их, разделать. Есть один магазин, по крайней мере, я его вижу. Вот один вроде, да? А, о, нормально тут еще. Штук 6. Держимся. И пилим им пока руки, ноги, все остальное. Сами вылазить не будем, пусть он сюда будет. А, вон, веса надо заметить. Вот, теперь поспокойнее будет. Основную массу мы зачистили. Они, конечно, будут появляться, но
Мы их будем немножко убивать. Вон вдалеке еще двое. Да, тут вообще сейчас никого нет из сталкеров. Там-то шляются. О, воды чистят. Ё-моё, точно. Давай-ка водички нальем. Вот меня и поймали. Блин, а раньше вроде туда не залазили. Или залазили всегда? Спрятался. И погодка изменилась. Но ничего. Ладно. Погнали. Что потеряли? Немножко антерп. Ну вот. И выброс пепла закончился. Так, ну что. Надо к Ваняду сбегать. Но для начала руки скинем. О, 8 рук уже. Это все потом к ученым отнесем. 12 уже. Так, прятки тоже скинем. Хотя не пусть валяется. Погнали к Ваняду. Сдадим квест и, конечно же, по дороге будем заряжаться по чуть-чуть. Тихо. Потом сбегаем еще. Но я думаю, наверное, в этот раз мы по-другому поступим. Попробуем зайти с другого входа и оттуда пробираться. Не знаю, получится, не получится. Но попробуем. Любитель побегушек, блин. Пойдем обойдем. Куда себе? А может быть фармить как раз? Ну да, почему не туда, где мы бегали сейчас? Чтоб там фармить. А может просто на экипе. Ну, если уж выбирать, где фармить бесов, ну, в одного, по крайней мере. Я бы, конечно, выбрал дружбу. Но там быстрых не так уж и много. Тут, я смотрю, почаще они появляются. Да, нет. Там, по крайней мере, есть где спрятаться. Ну, там тоже в домике можно спрятаться, в принципе. Ну, да. Да я зашел-то. Блин, совсем не туда подпёрся. Обойти, конечно, нужно, но не прям уж так. Опа, я артефактик. Но нам не нужен. Да куда у нас только этих артефактов? Ну, по крайней мере, такие. Может быть, еще парочку контейнеров и нужно собрать. О, кстати, не знаю, правда это неправда. Опять же, слухи. Это же зона, то есть ты не можешь с уверенностью сказать, правда это неправда, то есть зона слухами полнится. В общем, вроде как бы 14 числа будет новогодняя локация. Но это не факт. Это я. Непонятно, какой скриншот. Правда это неправда. Но опять же говорю, слухи, да? А 14 число это у нас вторник. А вторник обычно обновы-то не бывают, обычно четверг.
Ну, поживем, увидим. То есть нам по факту тут осталось 3-4 дня. И начнется свистопляска. Посмотрим. Но в любом случае, да, скорее всего, на следующей неделе. Поэтому контейнер, наверное, я бы еще ашек насобирал. Но сначала его надо скрафтить. Ладно, Ваня, тебе привет. Так, разбросала траву. Хорошо, зайду. И давай еще раз. Надо без. Готов. Делаем. Так, поговорим о работе, обсудим ликвидацию, приступим. 9 часов. 9 часов еще надо ждать. Че у меня звук забаговался? Слышите? Бегу, а жарко до сих пор работает. Давайте мы перезайдем. Идем. Так, звук пропал. Ну что, мы взяли опять это задание, да? Идем, идем. Не понял. Все. Когда я его успел выделить, не знаю. Ну ладно. Ну что, попробуем еще раз. Только в этот раз пойдем через главный вход. С той стороны попробуем прорваться. Да? Да. Так, ну здесь надо точку сохранения перебить. А погнали на радиовышку. Наладилось. Блин, сейчас надо за артами бежать. Ну, раз мы уж собрались бесов все нифигачить, то будем бесов фигачить. Ну, а потом, да, потом за артефакт. Торопиться не будем, я думаю, там уже их достаточно помешало. Поэтому идем. Да, у нас все магазины разряжены. Пустые магазины, туда суваться вообще незачем. Поэтому двигаем не спеша, а заряжаем, любуемся природой зоны. Так, ну вот, будем отсюда заходить. Смотрим, что у нас получится. Постреливает там надо. Вон вижу, вдалеке бесы бегут. Хорошо, что не в нашу сторону. Теперь надо зарядиться хотя бы малек. Посмотри. Давайте, давайте, сталкеры, зачищайте. А хотя мне тоже надо 20 бесов убить. Ну да, что это я тут? Сейчас прорываться, только зарядимся немножко. А, ходит кровь. Не сталкивайся. Может, где на крыше сидит? А тут разве на крыше можно залезть? А я вот не помню.
О, а можно же так бегать, яд подкидывать, правильно же? Так даже лучше получается, чем вот так напрямую выходить. Сейчас меня тут и зажмут. Ай-яй-яй-яй-яй. А, вон стал. Ну тут меня... Громко. Я гранату кинул, короче. Сейчас будет бабах. Да. И музыка такая веселая. Нормуль, яд подкинули. Бесов мы постреляем в другом месте. Ну что, погнали. Пока погодка хорошая. Арты поищем. Так. Да, наверное, хабар не будем брать. Мы же не прям сейчас к ученым бежим. Мы сейчас бежим на дружбу, а там уже посмотрим. Поэтому пойдем налегке. А вот противогаз надо уже снять. Очечки, чтобы лучше артефакты видеть. Пойдем попытаем удачу. В предыдущей ходке вообще голяк был. Такого никогда не было. Зашел вообще. Побегал. Ничего не нашел. К сожалению. Но ничего страшного. Может быть, сейчас повезет. Что такое? Еще один. Меня тут что-то поджидает. Это уже повзрослее. Так, а что там с патронами? Патроны 500 штук. Ну ладно, хватит. Давай, стреляй его. Ну все, погнали сразу. Пойду подушку бета искать. Когда не нужны они были, блин, почти всегда попадали. Сейчас как вот последнюю подушку надо найти. Как отрезал.
ну что, опять здесь ничего нет. Пусто. Ситуация. Пойдем к точку сохранения микострела. Оттуда будем Стоп, рано я что-то детектор включил, там бесов немерено еще. Надо начистить для начала. Иди сюда, родной, хорош бегать. Давай с этой стороны. Это быстрый. И это быстрый. Забежал. Не особо хорошее место для того, чтобы спрятаться. Я не знал, что он сюда забежать может. Раз такой. Шустрый тип. Ой, все быстрые там, да? Нормально. Он еще один пишет. Давай. Пилим. Быстрые. Это мы, блин, 5 сразу. Ну, вот мне как раз для квеста хватит, если я не потеряю. Не нужно будет забегать на радиовышку. Я тут долго особо не буду. Сейчас яд подкинем. Еще яда, может быть, сразу подкинем, пока спокойно. Давай, наверное. Да, действительно, более-менее спокойно. Все, валим отсюда. Вот, а теперь можно и арт поискать. Если ничего не будет, сразу тогда на Якиду топ.
общем, вылет случился. Где-то рядом бегает чит. По-любому, просто так вылета не бывает. Хорошо, что я студ не убил до того, как все это случилось. А то бы они меня убили. Это без вариантов. Вот он ты, родной. Ты прям рядышком был. Ждет меня лежит. Когда же сталкер Флюги Генхаймен зайдет? Подберет меня. Вот и я, родной. Все будет хорошо. Так. Вот. Четыре. Блин, сейчас бы еще больно найти. У меня будет еще один контейнер. Ах, был хорошо. Давай, ищи артефакт. Все-таки в хорошую погоду я хоть и по приборам хожу, но краем глаза-то аномалия, ты видишь, камушек кинул, активировал и обошел. Ночью, ну ночью тоже можно бегать, но ты все аномалии соберешь. Всегда бывает комфортно оттуда вылезти, все-таки. Ночью надо сидеть на базе. Общаться со сталкерами, рассказывать истории и глушить прозрачное. А выживать лучше в светлое время суток. А ПНВ-то у нас нет. Был бы ПНВ-то, вопрос никакой. Пока еще его нет. Наука не придумала такой прибор. Так, ладно, один щит нашли, я уже более-менее спокоен. Хотя бы не с пустыми руками, да, мы отсюда уйдем. Что-то уже будет. Это значит, надо на ту сторону идти. Да, на ту сторону обязательно. Вдруг там тоже еще щит лежит. Полазим еще. Плюс подушку бы это, может быть, там найдем. Вот это бы вообще бы удача. Зона же видит, что в предыдущую ходку мне не повезло. В эту ходку должна подкинуть там пару хороших арт. Сейчас иду спокойно, да, там ни одной аномалии почти не зацепил. Нет, разница есть. Опа, бэшечка. Нет. Так, ну что, ашку брать, не брать. Ладно, мы все равно к ученым потом пойдем, да? Ну да, ученым отдадим. Она будет тут лежать, мешаться. Уберем. О, а, может быть, РС сейчас начался. Аномалия не страшна. Так, ну что, ну вроде тут все обыскали. Погнали отсюда. На ту сторону пошаримся там. О, не, подожди, может быть сначала тут пошариться. Все-таки ближе. Опа, вот она бэшечка. Вот она, отлично. Тут всегда бэшки. Вот сколько последний раз лазил. На этом склоне постоянно. Если кому по квесту пешки нужны, покупайте у меня на доске контейнер. Ну или идите вот сюда. Уж точно найдете. Вот только недавно узнал, что тут вот именно бэшки вот на этом склоне.
уже не первый раз нахожу. Так что, значит, теория подтверждается. Так, ну что, бэшками забыл контейнер, я его продам. Мне они самому не нужны, но кто-нибудь купит. В предыдущий раз купили. Нормально так. А на вырученные деньги я куплю пустой контейнер. Так, осталось мне еще щит альфа найти. Было вообще отлично. Если мы умрем, мы там окажемся, надо перебить их. Или я же умирать не планирую. Ну, в принципе, да, не планирую. Так, ну что, погнали на ту сторону. Глядишь, там тоже что-нибудь найдем. Ну давай уже, вылазь. Я, кстати, вот предыдущую ходку, или позапрошлую, нашел как раз такие. Два экрана, кажется, и один стабилизатор. Ну да, точно, когда я уходил с аэропорта. Я их выставил на доску. Купили. Без контейнеров купили. Ну, стабик я выставил за 20 тысяч. А щит, кажется, за десятку. А, нет, щит за двадцатку выставил. Два щита по двадцатке. А стабик за тридцатку. Купили. 70 тысяч по факту получается за работу. Thank you.
Марио, Марио, нам не надо. Здесь вроде арт. Надо, значит, на ту сторону бежать, может там чаще появится. Но с другой стороны, один щит нашел, уже хорошо, подушку в это нашел. По крайней мере, не с пустыми руками мы отсюда уйдем. Не так много, как хотелось бы. Я бы что? Но я еще на той стороне побегу. Лучше их здесь убить, чем на той стороне. Аномалии. Так, что я опять сегодня словил? 33. 33, нифига себе. Еще один клин словил. Ну, в общем, клины ловят, конечно. Но очень редко. Вот сколько? 2-3 клина за все это время словил, как только он. Да, там до 35, что ли, до 40 упало. Терпимо, то есть выживать вполне возможно. Ну, тебе про 103 сейчас говорю. Ничего так нормально. Да я все, до гурман никак не доберусь. Там-то мы починимся. Может быть, дальше будем убивать, посмотрим. Сколько он продержится. А, бесы пошли. Так, где ты? Лазим, короче, здесь до первой смерти. Как только загнемся, сваливаем. Найдем что-нибудь, не найдем, не факт. Стараемся. Щиты-то сразу хорошо видны издалека, они белые. Это подушка. Грибов начался, может быть, поганку найдем. Ну а что бывает здесь поганка? Там вон еще какие-то грибы, но мы там вперед. Там аномалия.
Что-то как-то не густо сегодня. Больше ничего нет. Ну что, тогда уходим. Пойдем бесов напоследок постреляем. Нам там 20 штук же надо. Наверное, стрелял ли я 20 штук? Не стрелял, но... Можно забежать парочку еще. Или пробежаться вот еще по этой стороне. Посмотреть, что тут. Да, наверное, побежим по этой стороне. Так, добавление от бесов. 70. Настреляем. Ладно, погнали на Эгиду тогда. Квест выполнен. Нам все равно пока здесь отвисать. Завтра еще сходим в одну ходочку. И убьем курьера белых. Тогда посмотрим, что нам Ваня даст. Какое задание следующее. И тогда уже двинемся. Пока здесь. Может быть, еще одну вылазку с партами сделаем. Ну да, хотелось бы набить еще один контейнер. О, блин. Учитывая, что я почти каждую ходку только по одному арту нахожу. И то, не почти каждую, а через одну. Набивать контейнер я еще долго. Одна доски посмотреть, продают ли щиты сейчас? Что-то продает по дешевке. Здесь он прям, без контейнера. Да. 1050 я бы купил. Если он свеженький, чисто в контейнер кинуть и лучше на склад. О, вон, там был, кажется. Стоп. Мне показалось, или что-то белое мигнуло. Или показалось. А, походу показалось, да? Это охранник. Причем вся охранник. Нет, что-то было тут. Или может быть просто камень в аномалии дернулся, лучи солнца попали на него и белым. Да, наверное, скорее всего. Детектор бы затек, если бы тут был бан. Точно, скорее всего, камушек. А я уж понадеялся. Ну ладно, все, свалил. Нет, больше ничего. Да. Бочка вон еще белым так. Ну ничего страшного. О, у нас еще подушка альфа есть. Мы ее на доску поставим. Не, зачем на доску? Лучше ученого продать. Точно. Вот можно еще здесь пробежать. Глядишь, что-нибудь найдем. Правда, аномалии опасные, которые поджигают сразу. А вдруг? Так, камушки покидывать. И кабанчик. Коварная. Вот эти аномалии больше всего похожи вот действительно аномалии зоны. То есть если ты попал в нее, то все, тебе хана. Ну вот еще ладно, аномалии на новой земле. Ну куда ни шло, да, такие опасные. Идешь аккуратненько. А в остальном вот эти все мелкие аномалии, это же самое электро. Ну да, от электро у меня костюм, согласен. Ну вот в которых мы сейчас бегали, вот в этих пыльниках, в каруселях. Как залез, так и вылез. То есть не особо не опасно. Такого в принципе не должно быть. Это же, блин, аномалия засосала все. Особенно в карусель-то, если попал, хана тебе. В лифт понятно, если она тебя подкидывает, ты там падаешь, разбиваешься, и то. Это на новой земле, да, он тебя подкинет, все, тебя считай хана. Но шанс есть выше. А здесь лифты не особо страшные. Подкинули, побежал дальше. Слишком слабый, как по мне, аномалия. Но учитывая сегодняшний мир, то что тут в принципе особо они не стоят эти артефакты. Поэтому как бы, если бы были аномалии еще злее бы, да, за ними никто бы не ходил бы за этими. А, нафига они нужны, правильно? А так новички хотят бегать. Ну ладно, а мы на базе. О, сколько сталкеров. Пойдем сначала продадим, пока не протухло. Тут же свежачок нужен. Так, деньги есть, показывать там. Два очка торговли. О, как много, целых два очка торговли. Открахаемся. Так, головач скинем. Вот руки как раз для квеста. Ткань, ладно, пусть валяется. Где-то у меня был еще... О, щит гамма его продать надо.
Только место занимает в контейнере. Тоже я там больше ничего не хотел. Пойдем продать. А вот гамма уже посерьезнее будет. 104 тысячи. Ну, и пятерочку торгов. Что у нас? Две руки. Потом один язык. И коготь. Так, пять клыков. А вот колен больше нет. Ну, пойдем попробуем купить. Давай еще челюсть купим. Я не понял, а где колено? Колен нет, что ли? Кто? О, смотрите, да, действительно. Воровов нету. Только клыки. Никто не фармит сейчас. Эх, раньше было хорошо, когда тонны клыков этих всего остального было. А сейчас, блин, никто не фармит. Так, ну да ладно. Руки беса почти скоро вернусь. Руки беса забирай. Скоро вернусь. Ну а с Боровым облом тогда получается. Ну, не страшно. В следующий раз, может, на доске появится кто-нибудь будет продавать, и мы купим. Плюс мы квесты выполнили, плюс, конечно, немножко картов продали. И что у нас? И у нас как раз точка в торговле есть, чтобы купить еще одну капсулу. Не знаю, или на продажу, или себе скрафтим. А может, от ситуации будет зависеть. Так, ну что, на сегодня все. Наше выживание закончено. Я останусь здесь. А в следующую ходку уже, наверное, двинемся выполнять третий раз квест для Ванята. А всем пока, удачи, увидимся.